его на исследование. Ну, еще одно возьму мороженое. Называется Артек. Это возьму для себя. Попробую. Никогда не пробовала. Во-первых, попробую, вкусное оно или нет. Во-вторых, давайте его исследуем. Я выбрала 4 вида мороженого. И кто его будет тестировать? Ну, конечно же, дети, потому что они больше всего любят мороженое. И я думаю, что они пускай выберут своего фаворита. Какое мороженое самое вкусное? А все почему? А потому что устами младенца глаголит истина. И дети не соврут. Поскольку мороженое едят в основном дети, мы решили провести эксперимент, в котором именно дети скажут, какое мороженое им понравилось больше всего. Итак, в нашей дегустации участвует номер один – Петрохолод, как раньше, мороженое брикет, пломбир. Под цифрой 2 дети будут пробовать мороженое Артек. Мороженое семейное, продукт «Чистая линия», пломбир. И цифра 4 досталась настоящему пломбиру «Русский холод». Тебе нужно выбрать самое вкусное мороженое. Вот это. Подожди, мы еще остальное не попробовали. Ложечку бери. Ну как, вкусно? Да. Давай. 3. Вкусное. Вкусное? Так. И 4. Так, все вкусное. Что выбирать будем? Какое мороженое мама будет домой покупать? Это. Первое? Точно как истинный дегустатор, по чуть-чуть. Распробую. Так. Можно еще круг сделать? Нет. Ну давай, какое мороженое мама будет покупать домой? Самое вкусное мороженое, по моему мнению, это 4. 4. Уверен? Да, да. Все, молодец. Ты вообще пломбир любишь? Обожаю. Обожаешь? Мне показалось, что самое вкусное мороженое было под номером 3. 3. Пробуй. Ложкой. Ложечкой. Давай. А ты любишь вообще мороженое? Нет? Хорошо. Какое мороженое мама будет покупать домой? 1, 2, 3, 4. Показывай. Показывай вот туда. Вот туда показывай. 3. Мы выбрали цифру 3. Ну как, вкусно? Да. Как оцениваешь? Это, мне кажется, было вкусно. Ну как? Вкусно. Вкусно. Я думаю, сейчас будет финал, будет самое сложное выбрать. Какое самое вкусное мороженое из этих? Показывай пальцем. Какое мама будет покупать? Я? Это? Уверена? Быстрый какой? Мне больше понравилось третье. Третье? Вот это? Да. Уверен? И в нашем эксперименте дети выбрали мороженое номер 3. Победила мороженое «Чистая линия». Это мнение потребителей. Интересно, совпадет ли оно с экспертным мнением? Все эти виды мороженого мы отдаем в аккредитованной лаборатории на исследование. Посмотрим, что же они скажут. Меня Лена Летучий зовут, я программу про мороженое делаю. И мне очень интересно узнать, а вы знаете, сколько россияне за летний период съедают мороженого? Ну, я думаю, что на семью или всего? Всего россияне за летний период. Ну, так вот цифра. Ну, думаю, тонн 10. 300 тысяч тонн. А вы знаете, где его изобрели? В Лапландии. Интересное предположение. А в Китае? Они первые начали замораживать разные фруктовые соки и таким образом изобрели мороженое. Слушайте, здорово. Как вы думаете, полезное мороженое или нет?
Или такое баловство, которое чуть-чуть можно себе позволить, ну, все-таки. Вот такое баловство, которое можно чуть-чуть себе позволить. На самом деле вы не правы. Оно полезное. Ну, смотри, какое. В хорошем мороженом, из хорошего молока есть Кармон такой ингредиент. Радость. Вы почти угадали. Эль-триптофан называется. Не понял. Ну, очень интересно. Когда мы едим мороженое, у нас повышается настроение, и на самом деле мороженое очень хорошо с этим L-триптофаном очень хорошо влияет на нашу нервную систему. Так что иногда нервничайте, раз мороженое, и все. А вы едите мороженое? Конечно, конечно. Я сейчас назову вам разные виды мороженого, скажите, какого мороженого не существует. Договорились? Чесночное, рыбное, жареное, хлопковое. Какого нет? Я называю. Ничего, давайте быстро. Чесночного. Чесночного нет? А все остальное есть? Рыбное есть? Нет. А жареное? Нет. Тоже нет? А абсентовое? Нет. Нету? На самом деле все виды мороженого есть? С Леной Летучей общаюсь, очень выясняю важный вопрос. На самом деле есть и рыбное, и есть жареное, и есть абсентовое, нет только хлопкового. На такой позитивной ноте мы переходим дальше и узнаем, какие же вообще виды мороженого существуют в нашем мире. Оказывается, мороженое бывает не только эскимо, пломбир или сорбеты. Видов у мороженого тысячи. Сегодня с нами Марина Федункив. Мы сегодня будем пробовать, да, я так понимаю, мороженое. Необычное я правильно мороженое. Понимаю? Необычное мороженое. У нас есть мороженое из березы, из сыра, из абсента. И чтобы наша вот эта такая... палитра. Была разнообразная. Что будем делать с людьми? Будем, во-первых, их отлавливать. И дальше с ними будем делать? Это будет задана какая-то актерская людям задача. Их погружать в какие-то обстоятельства, ситуации. Больше ничего не говорим. Мы сейчас все придумаем. И пускай дальше смотрят. Да. Давай. Марин, вот мне нравится, девушка идет, давайте познакомимся. Здравствуйте, как вас Здравствуйте, зовут? Здравствуйте, Наталья. Меня зовут Лена, это Марина. Смотрите, у нас такая актерская задача. Мы хотим, чтобы вы попробовали это мороженое. Во-первых, чтобы вы поняли, что это за мороженое, какой вкус. И смотрите, у нас беда, Марину бросил парень. И вы, как подруга, держите, приходите ее успокаивать с этим мороженым. И давайте представим, что это... Единственное, такая... чем можно успокоить Марину. Так, Мариночка, попробуйте вкусное мороженое. Очень вкусное. Вот возьмите. Так из чего оно мороженое? Даже не знаю, какой-то цвет подозрительный, прямо какой-то, как из травы. Из травы мороженое. Из травы мороженое? Из травы, да. Мороженое из сельдерея. А вы уверены? Сельдереевое мороженое. Вот ты намекаешь мне постоянно, чтобы я худела. Вот и такие мороженое мне покупаешь постоянно. Вкусно и полезно, все правильно. Очень вкусно. Из чего она? Из какой-то травы. Капли такие у бабушки раньше были. Анис. Анис, по-моему, там анис есть. Это лучшее мороженое от кашля. Марина. У меня муж. А у меня нет мужа. А вот это интересно. Я не замужем. Нет, неправда. Неправильный ответ. У вас я есть мой муж, понимаете, да. То есть вы любовница хорошо. Моего мужа. А, хорошо. Но мы с вами в хороших отношениях. Ну, я смирилась с этим. Хорошо. Но гад не остановился. Гад нашел третью. Кристин, ну, я-то ладно. У меня катаракта на глазу. Я иной раз телефон беру, не понимаю. Не понимаю, кто там звонит. Но ты-то ведь молодая, ты могла бы увидеть, что ему звонит баба. Так я думала, это ты звонишь, понимаешь? Так у тебя, ты же, у тебя со зрением там все хорошо. Я же, понимаешь, я же доверяю мужчинам. Чего мне звонить? Я в другой комнате сижу. Ты же, ты совсем с ума сошла? Ну вот и как нам ее? Вот ты даже понятия не имеешь, кто это? Понятия не имею. Какая-то дрянь? Как вкус этого мороженого, понимаешь? Как ты думаешь, чего это мороженое? Это мороженое? Давайте я буду немножко подсказывать. Из протеина, нет? Нет, не из протеина. Совсем. А это, знаешь, это, по-моему, сыр. Помнишь, да. Сыр? Так это... этот, с плесенью. Да. Это он меня так назвал. Да. Ты старая плесень, поэтому я гуляю. Вот. Так, подожди-ка, а я тогда кто? Да, выбирай маменькиного сынка из всех людей. Вот, смотрите, какой со щечками хорошенький.
Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Максим. А меня зовут Елена, это Марина. Не знаю, знакомые лица. Хотите мороженого? Конечно. Представьте, что Марина ваша мама, а вы ее сын, ну, естественно, и маменькин сынок. Вот вы приходите и мне жалуетесь на то, что вас бросила там очередная какая-то пассия. Мама, эта стерва снова меня бросила. Я столько раз ей прощал эти обиды. Максим, ты не переживай, дорогой мой. Понимаешь, лучше мамы никого нет. Я тебе тысячу раз говорила. Тысячу раз, мой хороший. Никогда, никогда не ведись на этих шмар, понимаешь? Сейчас нормальных женщин нет. Мама тебе плохого не посоветует. Не переживай, на твое любимое мороженое. На моя рыбка. На мой хороший, на. Я чего-то там, знаешь, Максимка, правда, не разобрала, из чего мороженое. Мать послеповатая. Безусловно, шоколадное. Шоколад. И мне кажется, даже печеньки тут присутствуют какие-то. Печенька ты моя, ты моя печенька, Маня. Мама, я так тебя люблю. Да ты мой хороший, сейчас нацелуемся на халяву. Мама, я думаю, что девушки мне больше не нужны. Серьезно? Что я говорю? Что я несу? Правильно, мы будем жить дальше, Максимка, вместе. Это мороженое виноват. Мама, мы все-таки в Москве живем, и нам уже женщины не нужны. Ну, понятно же, что это шутка, да? Ну, кто его знает? Из чего это мороженое? Я думаю, оно шоколадное, и есть добавки, ну, печенье. Печенье, либо пряничный такой привкус. Если тебе тоскливо, подними настроение мороженым с маскарпоне, с балантайса, он еще тут есть, вот, допустим, да. И живите с мамой, мама никогда не предаст. Говорят, Москва депрессивный город. Абсолютная неправда. Фигня. Кушайте это мороженое. Слушай, ну сейчас будет вообще интересная задача. А значит, ты когда-нибудь хотела стать учительницей? Никогда в жизни. Ну, придется. Девочки, здрасте. Ой, добрый день. Ой. Откуда вы такие красивые? А, из Москвы. Понятно. Я поняла. Из Москвы. Вы в Москву и пришли, я хочу вас удивить, но это тоже Москва. Круто. Значит, смотрите, ваша актерская задача. А вы отличницы все. Двоечница. Ваша учительница. Мороженое с необычным вкусом. И ваша задача накормить этим мороженым Марину. Аня Восконял должна остаться в школе. Марина не хочет, она ставит ей двойку. Марина говорила, как у вас настроение? Ну, все хорошо, конечно. Но Восконян у меня вот в... Я ее в 11 не перевожу. Что ж так? А успехи? Хромают ее. Вот, Восконян, ты же что у тебя самое? Ну, давай тут пускай рассказывает. Что? Математика хромает. Хромает математика. Восконян, как не стыдно? У тебя отец Армен Восконян. И дороги строит. Инженер. А ты вот отца позоришь. Вот, отец пришел, понимаешь, а ты это. Вот. Отец пришел. Человек до чего довела? Бухать папа начал, понимаешь? Не дай бог. Понимаешь, чтобы у тебя второй год ты у него не можешь в 11 класс перейти. Марина Гавриловна, Аня у нас очень старательная ученица, и я думаю, если вы ей дадите шанс, то она исправится точно. Я уже дважды ей давала шанс. Дважды. Бог любит троицу. Слушайте, мы не в духовном семинаре, я вам скажу. Пробуйте мороженое, может быть, вам понравится. Сейчас спросишь, чего мороженое, ты скажешь, чего мне кормить? Как вам? Ну как вам? По-моему, много... Такой, как валерьянка какой-то. Они тебя успокоить хотят просто. Валерьянка какая-то. Нотки чернослива не чувствуете, нотки смородины. Я нотки корвалола еще чувствую, если скажу больше. Смола. Да ну что. И смола. Мастичных деревьев острова Хиос, голубая спирулина и мята. Девочки, это говнище редко смола. Выбираем мороженое со спирулина. Будет вам и детокс, и... По математике пятерка. Вот. Вот они, хитрые армяне. Продадут все, что угодно, даже спирулина с мятой.
Ну что ж, вот и пришло время красного и черного конвертов. Маленькие лакомки свой выбор сделали. По их мнению, лучший пломбир – чистая линия и русский холод. Но что же на этот счет думают эксперты аккредитованной лаборатории, которая проводила исследование? Мы проверили пломбир по микробиологическим показателям, то есть насколько продукт свеж и нет ли в нем патогенных бактерий и на содержание антибиотиков. Ну что ж, пожалуй, открою мой любимый красный конверт. И здесь я вижу название всех четырех видов мороженого. Ни в одном из брендов мороженого не найдены антибиотики, и все виды лакомства успешно прошли тест на микробиологию, то есть абсолютно одинаково безопасны для организма. И все же лучшим среди лучших, самыми безупречными показателями микробиологии стал пломбир «Чистая линия». В связи с этим мне интересно, как же производится этот потрясающий десерт? Отправляюсь на производство пломбира. Это, кстати, моя давняя мечта. Сейчас я приехала на производство мороженого марки «Чистая линия». Именно это мороженое показало один из наилучших результатов, поэтому интересно узнать и увидеть, как же его производят. Идемте познакомимся с вице-президентом компании «Чистая линия». Кстати, хочу сказать, что беспрепятственно нас пустили на производство. Здравствуйте. Здравствуйте. Армен, здравствуйте. Добрый день. Ну что, мы приехали. Ну, добро пожаловать, мы рады вас видеть. Ну, единственное, переоденемся, потому что ну, мы просто так туда не зайдем, нас не пустят. Давайте оденемся и вперед. Пойдемте. Знаете, что мы проводили тестирование среди детей, и дети по вкусовым качествам выбрали именно ваше мороженое. Ну, значит, мы очень рады этому, что можем сказать. Мы стараемся. Пойдемте на производство. Пойдемте. Сначала руки, давайте я микрофон подержу, давайте, чтобы вам было удобно. Так. Вот, а руки туда-сюда прокапает жидкость, и зажжется зеленая лампочка. Пожалуйста, проходите, я вам микрофон отдам. Да, то держите. Без этого так и не пройдешь. Теперь я, да, вот. Вот, и пошли. Когда потребитель приходит в магазин, он видит очень разное мороженое. И я уверена, что многим интересно, так же, как и мне, почему одно мороженое стоит 6 рублей, а другое 60. В чем разница? Знаете, разница в том, что рынок, мы говорим, его величество рынок, он многослойный, как пирог. Да, то есть в рынке есть потребитель, который хочет купить некий продукт за 10 рублей, кто-то готов за 20, 30, 50 и так далее. Могу одно сказать, в 6-рублевом мороженое не может быть качественного, ГОСТовского, хорошего масла. Вот просто не может быть, потому что это невозможно. То есть высокая либо цена, значит, компания, качество? Да, либо эта компания очень быстро обанкротится. Нужно читать все-таки, что это такое, что за мороженое лежит на полке. Не обязательно бросаться на яркое, броское, красивое, там, с какими-то персонажами. Там. Важно посмотреть состав. Вот здесь происходит само по себе первый этап подготовки мороженого, изготовления. Молоко мы покупаем из разных ферм. Исследуют молоко, обязательно проверяют на все компоненты. То есть помимо того, что проверяют микробиологию, это очень важно, кислотность, состояние молока, жирность молока проверяют. Проверяют антибиотики, это тоже очень важно, я бы сказал, мега важно. А как же потребитель может, вот видит разное мороженое, и как же он может обезопасить себя от мороженого, которое сделано из, даже не сухого молока, а из натурального, но, например, оно с антибиотиками. Тут законодатель приходит на помощь, потому что за это штрафы колоссальные. А вот это интересно. Там, если память не изменяет, от 300 до 700 до миллиона тысяч. Молоко по трубам поступает сюда. У разных коров разная жирность. То есть молоко приходит где-то 3,5 жирность, где-то 2,5, где-то 4, смотря какая. Поэтому на начальном этапе весь жир, все из молока убирается. Остается безжировое молоко. И потом начинается создавать, перемешивается сахар, сгущенка, натуральные сливки. Если сливок мало, то хороший, качественное сливочное масло. И эта вся масса начинает перемешиваться. Как недобросовестные мороженщики удешевляют цену продукта? Ну, понимаете, они будут недобросовестными, если на
мороженым, которое делается на растительных стиринах, напишут пломбир. Вот это недобросовестно. Это важно. Можно, в нашей стране можно делать мороженое по ТУ. Технические условия, то есть ты разработал технические условия, утвердил их и делаешь. И тогда он делается на растительных жирах. Больше скажу, большинство западных стран делают мороженое на растительных жирах. Но мы не привыкли к этому, оно не такое вкусное. Мы привыкли к качественному мороженому, который делается на натуральных сливках и на настоящем масле. Чтобы удешевить мороженое, могут применять нехорошее масло, тогда, а растительные жиры. Если они порядочные, они должны не написать ГОСТ и не написать слово пломбир. То есть, если мы видим, написано пломбир и сделано по ГОСТу, можно быть спокойным, что это качественный продукт. Я правильно поняла, что производитель, который делает мороженое из растительного жира, не имеет права на этикетке написать пломбир? Да. Сейчас мы находимся рядом с мороженым и хотим выяснить, есть ли такие производители, которые грубо нарушают законодательство и в составе пломбира используют, ну и пишут, соответственно, растительные жиры. Ребят, все вместе, мороженого много, давайте ныряем в холодильники, ищем производителей, которые грубо нарушают законодательство. Если кто найдет, тому хорошее мороженое. Давайте. Смотрите, пока тех производителей, которые грубо нарушают законодательство, мы не нашли, но я хочу показать вам, чтобы вы понимали, что мы ищем. Если уж производитель, вот, например, производитель каждый день указывает, да, что это мороженое с заменителем молочного жира крем-брюле в вафельном рожке, заменитель молочного жира. При изготовлении этого мороженого используется пальмовое масло и его фракции. Мы понимаем, что здесь написано крем-брюле, мороженое в вафельном рожке. И ни в коем случае не написано, что пломбир. Внимательно следите за этим. Зачем производители вообще используют растительные жиры? Во-первых, это удешевляет продукт. Во-вторых, они делают его менее калорийным. Для многих это повод отдать предпочтение именно растительным жирам. Но ученые и медики бьют тревогу. Если есть продукты с растительными жирами часто и много, то можно заработать бесплодие, сердечные патологии и даже онкологию. Для получения жиров из семян сои или хлопка производители часто используют химические растворители. Эти химикаты накапливаются в печени и всасываются в кровь. Находящиеся в палевом, рапсовом и других маслах кислоты влияют на уровень тестостерона, снижают иммунитет, тормозят работу головного мозга. В общем, следите за тем, что вы едите, и старайтесь не увлекаться продуктами, в составе которых растительные жиры. Законодатель нас заставляет, чтобы, и это вполне справедливое требование. То есть смотрите, да, молоко коровье, вот как законодатель требует по убывающей писать, вот у нас самое большее в мороженом занимает молоко коровье. Вот, пожалуйста, если видите, видно, да? Следующее, сливки натуральные, 21%, молоко сгущенное, 17%, потом пошел сахар, сироп и так далее. То есть в мороженом, если вы на первом месте увидите вода, а люди, которые делают, компании, кто делает молоко, мороженое из сухого молока, они, конечно же, на первом месте обязаны писать воду, обязаны. То есть, если вы увидите мороженое, в составе которого первое, что написано, это вода, значит производитель делает мороженое из сухого молока. Из сухого молока, да. А где стабилизаторы в вашем мороженое? Ну, как оно держит форму? Могу сказать немножко, может, неприятную информацию, но она абсолютная правда. Мороженое производить без стабилизатора невозможно, иначе форма не будет сохраняться. Видите, вот цитрусовые волокна, они служат как раз этой стабилизации. Вот видите, их в мороженом 0,6%, яичный желток 0,5%. То есть это вот те вещества, которые выполняют функцию стабилизации мороженого. Они у нас есть выбор. Они натуральные, да. Есть выбор, более дешевый, более простой. Вот раз, и купили мы вот просто порошок, который добавили, и можно не думать. Но это не наш выбор. Не хочу сказать о других. Поэтому и все-таки вот здесь... цена – это качество? В нашем случае – да. Да, цена – это качество. Я вам один пример скажу.
что вот просто вы понимали, хорошее, натуральное, коровье, классное масло сегодня стоит порядка 330-350 рублей. Для сравнения, вот эти спреды, там растительные жиры, там пальмовые, цитрус, пальмовые, кокосовые и так далее, стоят 50-60 рублей. Исполните одну мою мечту. Какую? С удовольствием, если мои все... Я всегда хотела попробовать мороженое вот там, не вот из холодильника в магазине, вот это, а там. Это правильно. Вот в этих белых огромных ящиках, там минус 40, проходит закаливание мороженое. Пойдемте посмотрим? Да, пойдемте посмотрим. А на линии мороженое выходит при температуре минус 6, минус 7. И поэтому оно, вот эти вот замечательные большие ящики, это фризеры. Они взбивают мороженое. Ведь мороженое, это чтобы вы знали, Елена, вот в этих огромных емкостях, круглые, которые бачки большие, это называются танки. В них мороженое варится, 12 часов проходит созревание смеси, и потом уже проходит через фризер. Давайте мы сейчас попробуем стаканчик с конвейера. Это держите. Да простит меня моя сахарная диета. Вот. Это просто преступно вкусно. А как они все худенькие, все эти люди? Я не понимаю. Я пришла не просто так, с пустыми руками. У меня есть некие жалобы людей на вашу чистую линию. Да? Да. Очень интересно. Дайте мне, пожалуйста... Мы с удовольствием всегда читаем отзывы. Да, ведь, и да, покажите шоколад Шоколадович. Какой красивый шоколадный цвет. Правильно. А почему здесь совсем цвет другой? Хороший вопрос. Мы, когда делаем мороженое, мы добавляем натуральный шоколад в нужных количествах. Для нас, как для производителя, легко вот просто вот так добавить туда краситель, вот просто, и он будет там, я не знаю, ярко-оранжевый, ну, шоколадный он будет, вот такой темно-шоколадный, хотите прямо какой угодно шоколадный, но это не наш принцип, это не философия чистой линии. Мы делаем натуральное, поэтому настоящий шоколад в перемешке с мороженым будет выглядеть, вот получается такого цвета, ну, значит, такого цвета, и поэтому это признак того, что там нет красителей. Если в магазине вы увидели шоколадное мороженое ярко-коричневого цвета, это говорит о том, что там мороженое краситель, добавили, да? Краситель. Все очень просто. Но это не все. Это не все. Пойдемте сейчас посмотрим. Не все, не все. Подожди. Ваша гордость. Да, мы гордимся этим продуктом. Да. К нему очень много претензий. И лично и у к меня. Этому мороженому? Да. Ну, одна претензия есть, о котором нам многие пишут. Больше не думаю, что что-то еще будет. Давайте я ее озвучу. Смотрите. Весь шоколад, когда ты открываешь мороженое, он лопается, падает, портит одежду, диваны. А вся моя кровать, когда я ела это мороженое, была в шоколаде. И люди жалуются, почему вот нет формы у шоколада. Посмотрите, он... И сейчас все упадет. Но, знаете, да, я могу сказать, вот этот шоколад, он сильно треснутый. Его, я не знаю, в магазине наверняка он попадал под термоудар. Почему он трескается? Понимаете, вот в этом мороженом здесь самый качественный шоколад, который возможен в мороженом. Качественный шоколад, он в морозе трескается. Он не может не трескаться. Я могу бесконечно смотреть на огонь, на работающих людей и как производят мороженое. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилась наша программа. Для меня она была самая сложная, поскольку я не ем сахар, а вокруг было столько вкуснятины. Ешьте только вкусные и полезные продукты. Всегда ваша Елена Летучая. А у меня тут ноготь отвалился только что. Давайте заново. Всегда ваша Елена Летучая.